Салют, земляне! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Роботы под прикрытием. Мы продолжаем проходить данную видеоигру. И перед тем, как мы продолжим проходить вновь какие-то новые открытые локации, я предлагаю нам купить нового Трансформера. А конкретно, всеми знакомого, часто встречаемого, невероятно подлого, мерзкого и в то же время запоминающегося, ну, не героя, а, так сказать, злодея. Конкретен Десептикона. Старскрим, приветствуйте его. Ведь он это любит у нас, как-никак. Уж кто-кто, а Старскрим обожает такие вещи. И возьмем его самую сильную версию здесь, в этой игре. Она вот стоит, смотрите, 8000 энергона. Power Hero. Вы гляньте, какие у него показатели довольно-таки интересные. И он как будто, знаете, смотрите, такое ощущение, что по нему темный энергон как бы циркулирует. Ха. Странно. Ну, давайте возьмем. Конечно, берем Старскрима. Замечательно. Вот это другое дело, вот это я понимаю. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас за локации есть. Ладно, хоть Старскрим Старскримом остался, а то в комментариях писали, в игре с переводом творится полная хрень. Ребят, я так скажу, тут не только с переводом хрень полная творится, тут вообще много, скажем так, таких нестандартных моментов в этой игре. И те, кто смотрит прохождение, думаю, знают, о чем я говорю. 84 уровень, давайте-ка выберем и посмотрим, что у нас там будет интересного, заодно глянем, что умеет у нас делать Старскрим. Скандалист его по-другому называют, а если дословно, то звездный крик, вроде как-то так в переводе звучит все это дело. Вот, ну, знаете ли, показатели у него, конечно, хорошие. Что тут скажешь? Ну, надо думать, за 8000 энергона, хотя, конечно, не самый дорогой трансформер. Есть от 10 и, по-моему, даже и выше, но все-таки Старскрим есть Старскрим. Так, где-то появились. И что? Тихо. Появились они. Ну давай лупить их. А че он нифига себе ты скачешь? Старскрим, давай лупи. Ух ты, да давай ты забивай их в конце концов. Чё-то как-то у него с баллишкой, конечно, не ахти. Но скачет он забавно. Давай. Такие, знаете ли, резкие удары. Но комбинации, как, допустим, того же дрифта. О, ну, меч всегда спасает положение, как ни крути. Опа-на. Зарядка. Все, замечательно. Ну, в принципе, основные моменты мы уяснили. Вопрос в другом. Что он еще умеет делать? А конкретно глянем на его альт-форму. Так. Ох ты. Смотрите, как взлетел. Это, кстати, первый, наверное, трансформер в этой игре, который летать у меня умеет. Опа-на, ну. А вы гляньте, да? Звук-то был, как будто автомобиль едет. Да, однако, зато режим трансформации был многообещающим. Ну, в принципе, чего ждать в этой игре еще от, скажем так, от геймплея? Тут особого многого не жди. Зато дохренище трансформеров и разных этих, как у мелких, не знаю, миниконы, кто это там такие у нас. Так. О, давай. О, трансформируйся. Старскрим, давай. Вот так вот. Все. Отлично. Будем, так сказать, применять подлую тактику трусливого. Ну, трусом его, конечно, назвать достаточно трудно, потому что замышляет замыслы против Мегатрона. Он делает видимость труса. И, может быть, даже частично им и является, но он постоянно как бы просто продумывает новый план. Он умен, базару нет, он умен, но его вот эта вот гордыня, его самоуверенность в себе обычно является причиной всех провалов его. Ну и не стоит отрицать того факта, что он, как известно,
своего рода тоже техническое чудо в плане того, какой он трансформер. На, вынесли одного, да что ж такое, а? Так, двигаем дальше. Угу. Тут у нас ничего. Ага, о, бей, 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 во, есть! Контратака. Переходим в альтформу. Ёж только замахнулся. О, а там у нас еще гости. Ах ты, зараза. Чё-то как-то странно эта альтформа работает. Во. Всё. Да давай ты вали его. Вот это другое дело. Мелкий там дерется. А, ну мелкий, конечно, красавец. Ничего не скажешь. Самый неуязвимый член нашего отряда, в том плане, что его хрен сдал, бьешь, но... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, так бежит забавно. Блин, а... Тихо-тихо-тихо-тихо. О, подобрал. Давай, забивай этого богомола. И давай-ка, мелкий, тут чудеса твори. Опаньки. Все. И еще одного замочили. Конец уровня. Забавно. Ага. А по-моему, у него финальная стойка, как у этого. Гримлока. Хотя хрен его знает, я уже не понял. О, 420, но если это все, скажем так, посчитать с длительностью уровня, то этот уровень не самый хороший на Энергон, на его получение конкретнее. Так, локация парк. 85 уровень. Ну давайте посмотрим, что у нас там будет. Интересного. Может быть, чего-нибудь да найдем. Да давай, погнали. Старскрим. Чё с ним только не было за его историю. Вот он реально сам создаст какую-нибудь ситуацию, сам в нее же попадет и там как-то пытается выкручиваться, постоянно огребает, но умудряется выживать. Давай, 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 вот так вот. Кстати, смотрите, на старте не дурно так выпадает. Угу. Все. Ну, куда? Ага, давай, 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 давай. Так тебе, да чтоб тебя. Все. Ух ты, нихера себе, сколько нагон. Слушайте, велик шанс того, что здесь можно неплохо так заработать энергона, я чую. Прямо очень велик. Давай, ух ты, смотрите какой, а. Отлично. Так, этот у нас там что-то заряжает. Давай вот так вот. Опа-на! Крылышками сбили. А где его знаменитое это? Ноль пушка. Знаменитое оружие Старскрима. Как ты все это странновато. Ну тут все эти оружия, все эти пушки. Или там... мечи и так далее, они выпадают в виде так, предметов, которые может использовать каждый, по сути. И с одной стороны, так-то это интересно, в том плане, то, что можно было посмотреть, как орудует, допустим, мечом там, или секирой тот же Бамблби, который, по идее, принадлежит там Оптимусу или Гримлоку. Во. Слушайте, ну в принципе так не дурно. Прямо вот реально напоминает локацию в парке. В том плане, что относительно быстро проходит. Ну, может быть, гораздо и больше будет. Мы же ведь не все здесь уничтожили. Надо будет взять на заметку. Плюс получили еще супер урон. Это просто превосходно. Замечательно бы я сказал. Ага, в парке закончено у нас. Давайте глянем на нефтезаводе. Что у нас тут? Ага, 86 и 87. Ну погнали, 86-й глянем, что у нас там. Да. Старскрим, Старскрим. За кого же, скажем так, еще тут можно поиграть в этой игре? За кого-нибудь интересного. И самое главное, хорошо знакомого. Мегатрона? Я так понял, это все-таки не тот Мегатрон, к которому мы привыкли. Это, видимо, другой. Это, видимо, один из праймов, Мегатронус. В честь которого взял имя себе Мегатрон, кстати. Вполне возможно, что это Праймус. Но почему символика Десептиконов, я не знаю. Я не знаю всей этой истории, ребят, поэтому
Если что-то знаете конкретно, кто именно здесь в этой игре и, соответственно, в этом мультсериале представлен, можете написать в комментариях, потому что у меня что-то уже какие-то сомнения по этому поводу. Тот ли этот Мегатрон, и Мегатрон ли это вообще, или это Мегатронус именно Прайм, или просто Мегатрон, который вдруг трансформировался в Мегатронуса. Ё-моё. Опа-на. Давай, вот так вот. Опаньки. Ах ты, зараза, зацепила. Давай, руби всех. Так. Все. Ух ты, нихрена себе. Быстрее, 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 быстрее. Есть, собрали. Когти. Когти росомахи подобрали. Такая, знаете ли, маленькая арена. Очень удобно в том плане, чтобы применять помощника. Чаще будет отскакивать. Плотнее зона поражения. Давай, во! Есть. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, а! Трансформируемся, давай. Давай. Так. Во! Ах ты, зараза! Ну ладно. Ага, давай, лупи вот так вот. Опа-на! Все. Ух, как хорошо-то получилось-то, а? Просто замечательно. Я иногда сам удивляюсь. Просто так его практически наугад отправишь этого мелкого, а он так грамотно всех убирает. Просто удивляешься порой. И что-то какие-то странные, реально. Вот как будто а-ля вены, пропитанные наргоном. Либо несущие наргон. Очень забавно все это выглядит. Интересно. Так, следующая локация в нефтезаводе. 87-я. Давайте посмотрим. У меня что-то такое чувство, когда все локации подойдут к своему логическому завершению и произойдет последнее обновление, видимо, во всех новых локациях появятся еще какие-нибудь уровни сражения с боссом. Мне кажется, что все к этому ведет, а то как-то это все странно. Мягко сказано причем. Все это очень странно, но будет дальше видно, я думаю. Угу. Давай, блин, на этих контейнерах. А, мелкий, давай. Руби всех нафиг. Опа-на, и далее, да? Ух ты, мелкий, что вытворяет-то, а? Давай, прям как Рафаэль, вот так вот. Все. Эй, наргон! Успели. Давай. Ня! Блин, на тебя в глаз. Вот так вот. Все. Рубим. Блин, взорвалось. А там сейчас, наверное, что-нибудь выпадет. Так, во. Опа-на. Еще раз. Уходи. О, нормально. Да что ж такое, а? О, нифига себе. Мелкий, живи! И давай, руби всех. Все. Красавец просто. Двигаем дальше. На дорогу спрыгнем. Нормально так. То есть это по сюжету получается. Какой-то главный герой просто тупо ввалился на склад. А, во, ребят, по поводу происходящего вреда. Рыбой лупим всех. Вот это, конечно, вообще что-то с чем-то. Ух ты, смотрите, огнеметчик. Огнеметчик, о, бластер! Опа-на! Давай ты! Так тебе! Ах ты, зараза! Долбануло все-таки! Давай, лупи его! Мелкий! Руби всех нафиг! Опа-на! Ну, красавчик вообще, просто обалдеть! И дальше сам по себе катается. Здорово! Нормально так. Рыба. Просто обалдеть. Вот я понимаю, допустим, оглушающая бомба, либо турель, там все дела. Это хоть как-то вписывается. Но, блин, какого хера? Спрашивается, тут взялось такое оружие, как рыба. Это же бред сумасшедшего просто. 82-й уровень. Давайте глянем. Посмотрим, что у нас тут интересного.
Может быть, чего-нибудь да и появится. Хотя, честно говоря, я уже не знаю. И очки так неплохо накапливаются. Смотрите, уже 4200, условно говоря. Такими темпами можно будет еще купить кого-нибудь. Так. О, двигаем. Да погнали. Ух ты. Какой, а? Вот так вот. Все. Да давай ты, япона. Подбирай. О, бластер. Бластер. Блин, а. Вали ты его нахер же, сколько ж можно. Все. Здорово. Где-то один гуляет. Опа-на. Нифига себе. Это типа такой здоровый или я такой мелкий? Ах ты, зараза. Давай. Ах ты, увернулись. Слава богу. Мелкий. Давай, руби их. Это что это еще за хрень такая пролетела сейчас? Это что это такое? Это какая-то штука странная, похожа, не знаю, на антенну. Опа-на. Опа-на. И застрелили. Здорово, двигаем дальше. А теперь мы уже где-то по улицам идем. Интересно. Давай, лупи. Вот так вот. Вернулись. Опаньки. 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 Здорово. Ух ты, сколько из него сразу посыпалось. Богатенький, давай, во. Резанули, жопой потряс и взорвался нафиг, пердак. Да давай, вали, вот, все. Нормально. Взорвался. Новый подвид трансформеры, да? Трансформеров. Бомбящий трансформер. Давай, вот так вот. Трансформируется в зеленую дымку. Ну, чтоб тебя, во, во, и второй сейчас туда же. Да что ж такое, я же встать не успеваю. О, нормально. А это другое дело, вот это я понимаю. Ох ты какой, а давай руби. А, все. Я просто достаточно дотронулся. Причем он как-то странно это оружие выгибает. Я не знаю, как он бьет. То ли у него руки кривые. Ох ты, зараза. Так. Давай, 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 давай. Вот так вот всех вот. Как бы ориентировочный план действий. Ну, елки-палки, не успел собрать. Долго настраивал систему. Эх ты, не трогать мелкого. Все. Ну, тут уже как бы поздняк метаться. Да что ж такое, а? А, все. Конец, и этот там куда-то врезался. Красавец. Угу, целевой счет не достигнут. Ну и хрен с ним. Двойной наргон. Я что-то все как-то думаю использовать его, и никак все руки не доходят. Ну ладно. Итак, деловой район. 83-я локация. Погнали, посмотрим. Может быть, тут что-нибудь будет интересное? Не знаю. А вдруг? Давай, погнали тем же составом. Мелких можно, в принципе, даже и не брать и не покупать, потому что у нас, наверное, самый лучший из всех, какой только доступен. По совокупному показателю, разумеется. Ну, ох ты! Так. Так тебе! Смотрите. А, знакомая локация, кстати. Ох ты, с вас сколько сыпется-то, а? Добра! А, нефиг его хилить! Все, завалили доктора. Опа-на! Блин, тот так замахнулся, думал, сейчас как вмажу, да? А я ни с того, ни с сего стартанул. Опа-на! Давай! Блин, он опять, они промахиваются. Классно. Боссы бы так промахивались в свое время, когда были проблемы с ресурсами. Так ведь нет же? Давай, вот так вот! Все, смотрите, мелкий, да, что вытворяет? Опа-на, давай, 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 давай ты. Ох ты. Все, а я подумал, он сейчас вообще свалит куда-нибудь и летит с концами. Как он это обычно любит делать. И все, и разбирайтесь сами, мол. Ах ты, елки-палки. Ну как ж так-то, а? Ну как ж так-то?
Все, ладно, хоть регенится. Засранец. Опа-на. Опа-на. Все. Ой! Все. Слушайте, они прямо так высаживаются по разные стороны. Вот, да давай прямо этого. Есть. Все, закололи. Куда ты собрался? О! Во-во-во-во-во-во! На! Ну и все, и в дальнее плавание отправился. Красавчик просто. Так. Давайте еще какое-нибудь оружие мне. Срочно! На! Да что ж такое, смотрите. Мне прикалывает, он просто стоит, я по нему бью, он даже не двигается. Как шкаф. Все. Нормально. Сколько нам дадут энергона? Ну, знаете ли. Учитывая, что враги тут как-то не очень все удобно расположено. В принципе, может быть, потенциально. Но есть места и получше, как говорится. Здоровски, и у нас оставалась последняя локация, лесопилка. По крайней мере, из новых. Не знаю, какие еще появятся. Но там уже видно будет. А пока, друзья, и я думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх, подписывались, делились ссылочкой. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Ссылка с плейлистом на прохождение данной видеоигры снизу в описании под видео, как и прохождение других игр, связанных с трансформерами. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока!